Сегодня, накануне Дня Победы, мы обратились к нашей истории, к классической литературе, чтобы разобраться, вникнуть, понять формулу нашей победы. Лев Николаевич Толстой. «Война и мир». Сила есть произведение из массы на скорость. В военном деле сила войск есть также произведение из массы на что-то другое, на какое-то неизвестное X. Военная наука смутно признает существование этого неизвестного и старается отыскать его то в геометрическом построении, то в вооружении, то в гениальности полководца. Но подставление всех этих значений не доставляет результатов, согласных с историческими фактами. А между тем, стоит только отрешиться от установившихся взглядов на действительность, и мы отыщем этот неизвестный X. Как? Что это было? Кто они? Эти люди? Когда все начиналось? Где? Как они жили? Кого любили? Как победили? Наташа с утра этого дня не имела ни минуты свободы и ни разу не успела подумать о том, что предстоит ей. В сыром холодном воздухе, в тесной и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах. Музыка, танцы, государь, цветы, вся блестящая молодежь Петербурга. То, что ее ожидало, было так прекрасно, что она не верила даже тому, что это будет. Поняла все то, что ее ожидает, только тогда, когда, пройдя по красному стеклу подъезда, она вошла в сени, сняла шубу и пошла. Пошла между цветами по освещенной лестнице. К счастью ее, она почувствовала, что глаза ее разбегались. Она ничего не видела ясно. Пульс ее забил 100 раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца. Союза. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Миллионы граждан Советского Союза встали в очереди в военкоматы, готовы защищать Родину ценой собственной жизни. Сотни тысяч погибли в первые месяцы войны. Тысячи оставались в тылу врага, чтобы уничтожать его, нарушая законы военного дела. Страна начала переформатирование жизни, сознания, истории. Каковы эти смыслы и значения? Составные части и элементы, известные и неизвестные, что составили формулу нашей победы. Мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не зашло на востоке. Мы не верим землю шагами, напрасно цветы. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. С востока пригнулись стога, жмется к скалам отара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, у горди обнимаем, кочки тискаем зло мира, и коленями землю толкаем от себя, от себя. Бог остал полный рост, и, отвесив поклон, принял пулю. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом погрязит и шум с братом болот, но глаза закрываем на запад. Нынче по небу солнце нормально идет. Стойкость и смелость защитников Брестской крепости. Беспредельное терпение и достоинство блокадного Ленинграда. Самоотверженность и несгибаемость под Москвой. Отчаянная храбрость на суше, на море и в небе. Энтузиазм и самозабвенный труд в тылу. Мужество и отвага. Вот слагаемые успеха. Слагаемые формулы победы. Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней. Сделала движение плечами и встала. Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта графинечка, этот дух? Откуда она взяла эти приемы? Но дух и приемы были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждали от нее. Она сделала то самое, и так точно, так вполне точно это сделала, что все прослезились, глядя на эту тоненькую, грациозную, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисье, и в тетке, и в матери.
и во всяком русском человеке. На всю оставшуюся жизнь,
Запомни, братство, родовое, как завещание святое. На все оставшуюся жизнь, на все оставшуюся жизнь. Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах, на полях и лугах, на тех полях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне. На перевязочных пунктах на десятину места земля была пропитана кровью. Вокруг лежали, сидели, стояли окровавленные люди в различных одеждах. Из палаток слышались то громкие злые вопли, то жалобные стенания. Раненые, ожидая своей очереди, хрипели, стонали, плакали, кричали, ругались, просили фотки. Некоторые бредили. Сколько лет прошло,
Эрик. Живые, качаться сирень по скверу. Уж не тебе. Им не будет 1945, 1949, 1961, 1963. Не будет, и только формула убитого человечества станет 3 миллиарда 823 миллиона 568 тысяч 154 плюс 1. И ты не поступишь в университет, и не перейдешь на скульптурный, и никогда не поймешь, что горячий гипс пахнет, как парное молоко. Или в мастерской на Сретенке, которая запирается на проволочку, и будет выставки в Манеже, и 14 апреля 1964 года не забежит Динка и не положит на гипсовую модель мизинца с облупившимся маникюром, и она не вырвется, не убежит. И не прибежит на завтра утром, не будет ни Динки, ни космонавта. Вернее, будут, но не для тебя. А для тебя ничего, никогда. Лишь мама сползет у двери с конвертом, в котором смерть. Жалея и утешая, делясь последним, помогая ближнему, Россия воспитала тот непобедимый дух, который является собой высшее проявление человека. Жертвенность и отречение. Сострадание и милосердие. Вот те известные, неизвестные, которые должны быть подставлены формулу нашей победы. Вот оно, думал князь Андрей, схватив древко знамени и с наслаждением слыша свист пуль, очевидно направленных именно против него. Несколько солдат упало. Ура! Закричал князь Андрей, едва удерживая в руках тяжелое знамя, и побежал вперед с несомненной уверенностью, что весь батальон побежит за ним. Действительно, он пробежал один только несколько шагов. Тронулся один, другой солдат, и весь батальон с криком «Ура!» побежал вперед и обогнал его. Унтер-офицер батальона, подбежав, взял колебавшееся от тяжести в руках князя Андрея знамя, но тотчас же был убит. Князь Андрей опять схватил знамя. Он слышал над собою не перестававший свист пуль и беспрестанно справа и слева от него охали и падали солдаты. Но он не смотрел на них, он вглядывался только в то, что происходило впереди его. Из кодекса чести русского офицера. Честь – это главное внутреннее нравственное достоинство русского офицера. Его доблесть, благородство души и чистая совесть. Армия, движимая чувством офицерской чести, является непобедимой силой, реальным гарантом государственного бытия и мирного
преуспеяния России. Русский офицер есть благородный защитник Отечества. Имя честное, звание высочайшее. Честь является главной драгоценностью для русского офицера, священный долг которого — сохранять ее в чистоте и безупречности. Русский офицер — воин по духу. Так было во все века. Любить свое отечество Россию, знать ее историю, соблюдать славные традиции и быть благородным гражданином и патриотом, не падать духом ни при каких обстоятельствах, не останавливаться ни перед какими препятствиями, не допускать измены и предательства, до издыхания быть верным народу и Отечеству, служить ему верно до последней капли крови, защищать его от внешних и внутренних врагов. Но выше жизни и смерти, пронзающая как свет, нас требует что-то третье, чем выделен человек. Животные жизнь берут, лишь люди жизнь отдают. Тревожащий прожекторно, в отличие от зверей, способность к самопожертвованию единственна у людей. Единственная Россия, единственная моя, единственное спасибо, что ты избрала меня. Моя судьба, моя мечта, моя война, моя любовь, моя весна, и я стена. Очистый сын страны солдат, так было 100 веков назад. За друга друг, за брата брат, мы встретимся. Каждый свой зажигает очаг, и каждый свой поднимает флаг, и наши души сердец красны, как вот не моя. Я снова делаю шаг, я поднимаю свой флаг, скорость ветры, тревоги, верия царства. Без костры, как во тьме моя.
Анастасия! Что за чудо? Откуда вы и кто? Рожденные от разных отцов и матерей, с разным составом крови и блеском волос, с разным цветом кожи и разрезом глаз, говорящие на разных языках. Эссен, месье Клёв, синет хаталдым, синеги сенсау булу мамин бих шатмын, кырящин, визнен гадит ватаны бюзычин, минет турында бурчылма, жинэв билэн, сине уйдек и тепалам. Любовь так долго юношу томила, что как-то раз дыхание затая, люблю, шепнул он робко, но от милой капризницы не услыхала я. Пришла война и увела нежданно Жигитов пламя и водоворот. Любовь жила и заживляла раны, и за руку вела его вперед. Любовь была и силой, и опорой, со страстной верой в битву шел боец. Когда пришла зря победы скорой, свалил Джигита вражеский свинец. Последнее дыхание в нем боролось, с угаром смерти бредил он, хрипя. «Люблю», — сказал он, и услышал голос своей возлюбленной. «И я...» «Здравствуй, коханий! Отремала ведь тебе лист. Рада, что ты живый и здоровый. Бей врага ненавистного за нашу любленную родину. Про мене не турбуйся. Буду чекать тебе дома с перемогою». Я в комнате той, на диване промятом, где пахнет мастикой и кленом сухим, наполненной музыкой и закатом, дыханием, голосом, смехом твоим. Я в комнате той, где смущенно и чинно стоит у стены, прижимается к ней чужое разыгранное пианино, как маленький памятник жизни твоей, всей жизни твоей, да чего же немного. На миг очутиться бы рядом с тобою, чтоб всей своей силой, нежностью всей донять и услышать симфонию боя, последнюю музыку жизни твоей. Я в комнате той, у дверей, у порога, у нашего прошлого на краю. Но ты мне оставил так много, так много. Две вольные жизни, твою и мою. И верить позволь немудренную верой, что быть еще счастью и жить. Как ты научил меня полной меры, себя не умея беречь и делить, порывов и страстей своих не тая, так жить, чтоб остаться достойной навеки и жизни, и смерти, такой, как твоя. Салам, Сергелим! Сына перемоктут на хыл, шатсиз и стоячек, манифрат душман бьет. Bizim sevimi vatan üçün. Menan rahat olmayım, gözleyirim seni. Много нынче в памяти потухло. Оживет безделица, пустяк. Девочкой потерянная кукла на железных скрещенных путях. Эшелоны шли тогда к востоку, молча шли без света и воды, полные внезапной и жестокой горькой человеческой беды. Девочка кричала и просила, и рвалась из материнских рук. Показалась ей такой красивой и желанной эта кукла вдруг. Но никто не подал ей игрушки, и толпа к посадке торопясь, куклу затоптала у теплушки в жидкую струящуюся грязь. Маленькая смерть не поверит, и разлуки не поймет она. Так будет и крохотной потери, дотянулась на нее война. Некуда от странной мысли деться, это не игрушка, не пустяк. Это может быть обломок детства на железных, скрещенных путях. Парівце Сімаревіс, а рядом казаниць намак, шадши на рогалі бортун лави сарохчис, зорг чортир мерташнамін, мерхохи намак.
і мамармі медадзе. Спасу нам кесар вчетюнам, мертунхах панагов. Ждала тебя и верила, и знала, мне нужно верить, чтобы пережить бои, походы, вечную усталость, ознобные могилы, блиндажи. Пережила. И встреча под Полтавой, окопный май, солдатский неуют, в уставах незаписанное право на поцелуй на 5 моих минут. Минуту счастья делим на двоих. Пусть арт налет, пусть смерть от нас на волос, разрыв, а рядом нежность глаз твоих и ласковый срывающийся голос. Минуту счастья делим на двоих. Если мне укрыться нечем от холода и темноты. За расставанием будет встреча. Не забывай меня, любимый. За расставанием будет встреча. Вернемся оба. Я и ты.
Но если я безвестно кану, короткий свет луча дневного, но если я безвестно кану за звездный пояс в млечный дым. Я за тебя молиться стану, чтоб не забыл пути земного. Я за тебя молиться стану, чтоб ты вернулся невредим. Нечеловеческая сила в одной давильне всех калеча. Нечеловеческая сила земное сбросила с земли и никого не защитила вдали обещанная встреча. И никого не защитила рука, зовущая вдали. С любимыми не расставайтесь! С любимыми не расставайтесь! С любимыми не расставайтесь! Всей кровью прорастайте в них! И каждый раз навек прощайтесь! И каждый раз навек прощайтесь! И каждый раз навек прощайтесь! Когда уходите! Прежде столь весело красивым, с его блесками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла теперь мгла сырости и дыма, и пахло странною кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и стал накапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных и на изнуренных и на сомневающихся людей. Как будто он говорил: «Довольно, довольно, люди, перестаньте, опомнитесь, что вы делаете». На
нашествие и благо тому народу, который в минуту испытания поднимает первую попавшуюся дубину и гвоздит ею до тех пор, пока в душе его чувство оскорбления и мести не заменится презрением и жалостью. Внимание! Говорит Москва! 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Человеческий разум не может осознать и понять ту силу, которая привела нас к великой победе 1945-го. Пятого года, как ждал тебя синий Дунай, народу кровь и свободу принёс жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ старый млад, на старой израненной битвах гармонии войск русский грамм наш солдат. Солдатский бой.
Предмет наблюдения. Изучить однородные, бесконечно малые элементы, которые руководят массами. Сила есть произведение из массы на скорость. В военном деле сила войск есть также произведение из массы на что-то другое, на какое-то неизвестное. Х. А между тем стоит только отрешиться от установившихся взглядов на действительность, и мы отыщем этот неизвестный X. X этот есть дух войска. Дух есть множитель на народную массу, дающий произведение силы. Сила духа народа, в свою очередь, складывается из чести, достоинства, милосердия и сострадания, дружбы и любви, веры и, что составляет истинный патриотизм, который выражается не фразами, а незаметно, просто, органически, и потому производит всегда самые сильные результаты. Результатом действия силы духа нашего народа явилась великая победа в Великой Отечественной войне. Таковой была, есть и будет формула нашей победы.
судьбу трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы города права. Пол Европы прожигали, пол земли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день навеки.